Так, ну вот и Астра изнутри. Артемыч, у тебя три пятнахи, да? Да. Три пятнахи скоммутированы в 0,56. Литий 200 ампер и усилитель DDM4A. Все, поехали заново. Взгляд изнутри у Opel Astra. Снаружи я уже снял, вы видели, как шаталово. Артем, еще респект. Вот такая вот Opel Astra, на которую тоже, если вы поставите лайк в комментариях, будет обзор. Да? Мы снимем. Если вы накинете нормально комментарий, хотите вы ли вы видеть Opel Astra в обзоре, то пишите в комментариях, ставьте лайк обязательно. Поехали дальше. Ребята, ну а следующая машина, это знаменитая Петина Vito Mercedes. И спасибо, кто проголосовал в голосовании за него, а он сегодня здесь. Эти знаменит не только фронтон, но еще и... А здесь, кстати, скоро будет интересная на СНД вещь. Я не знаю, может кто-то видел уже, здесь будет тыл. Три мачете, суперспорт, Касабова. А чего запитано? Максиматом 5 кг. Конечно, фронт. Фронт это просто дичь. Кстати, с этим фронтом Петя занял первое место и поставил рекорд на РБР в Обнинске. Ой, не в Обнинске, в Чехове. В Чехове. И первое место по голосованию. Да. Ура! Вот, кстати, как можно посмотреть по поводу карт, да? Карты сделаны большими, здесь как подлокотники получаются. Оп. Сюда мы закрыли, руку положили. И вот такая вот красота. У нас получается 8 пар двадцаток, Патриот Нео. И вот такие вот рупора. На рупора усилитель стоит вот здесь. Кстати, по поводу усилителей, по поводу всего... Здесь очень все хорошо расположено, потому что машина большая. Петя приехать сам не мог. Спасибо тебе, Петя, большое за твой автомобиль. Он здесь уже навел шороху и шуму. Ну что, я думаю, надо послушать обязательно, как это все играет. В салоне хочется послушать. На улицу мы уже слышали. Понятно, что фронт не для салона сделан, но хочется послушать в салоне. На улицу, это вообще машина сделана на улицу, чтобы она валила. И в основном, да, это стабильность. Стабильность. Ну, стабильность это да. И самое главное, что надо отходить постоянно от машины, не стоять возле нее, вот, а находиться на расстоянии. Напомню еще раз, 8 пар 20-х патриотов и 4 рупора. Какие-то рупоры? Экстрим, СПЛ, там что-то урал. Экстрим, СПЛ. Бюджетка, короче. Все по бюджету.
Это я не знаю, это мне сейчас кинули трек. Должен играть. Любителям, кто такой автозум, кто такой автозум. Раскури зависть не в небесам, Лёша Джей и правильный сам. Чёрт, нет, в бусе, кстати, сейчас были замеры. Сейчас вот у каждого, у которого мы будем сидеть, мы уже знаем результат. Здесь, по-моему, 144 было, да? 147. Или потом 147 и 7. После, а, ты перезамерял, да? Ну что, говорю, система не моя. 147 Vita. Ребята, посмотрите, какой салон здесь. Здесь просто, ну, автобус, ну. 147 Vita. Это с трех мачет суперспорт. И усилителя ультиматум 5К. Сейчас я еще на 47. Так, что по восьмерке? По восьмерке поменялось только лобовое стекло, все осталось прежнее. Результат 159 сегодня на соревнованиях. И поставилось вот только вот бронестекло, можно сказать. Все. Ну, возможно, оно плюсануло децибел. Так что восьмерка продолжает радовать. Пойдемте дальше, посмотрим, что там есть у кого. На очереди у нас Дима. Дима Ярженский. В представлении не нуждается, да. Никто его не знает все равно. Его все видят, но никто тебя не знает. Да. Короче, Audi A4, фронт. Ну, карту он еще не докрасил. Те, кто не видел, Audi A4, B5, фронт, 4 пары 20-х патриотов и 2 пары TT34. Было все это запитано от 450 децибел мостами. А теперь там стоит красота. Ну давай с той стороны, а я с той стороны открою. А теперь у нас стоит вот такой вот красавец. Мома FR 2500 водяном. Короче, мы посмотрели. Короче, скажи, Дима, мы посмотрели мощность, мы особо не поверили в то, что он может так отдавать. Да. На канале R2V есть обзор этого усилителя, они замеряли мощность. Да, вот такой вот интересный регулятор. С таким интересным с проводом. С клипом, с вольтажом, с температурой. Вот мы сейчас пару треков отвалили, 37 градусов на нем. То есть как бы D-класс дает о себе знать. Ну и по качеству звучания намного лучше Уралов. По сабовому звену у нас остались говноежи. Говноежи. От говнокикса. От говнокикса. Вот. Урал говно. Да. Сегодня показали результат 146,9. Ну, ты мог бы додавить. Так, я еще огурца с колбасой доедал, когда мерили. Короче, вот этот малыш, он мощнее, чем тысячник кикс. Однозначно. Мы посмотрели мощность. Сколько в 2 ума надо? Там в 1 ом 1,5 киловатта, это даже не на 14 вольтах, а на 12,5. Там, то есть на просадах. Помнишь, мостом, сколько они мостом мерили? 3200. Ну, больше 3 киловатт, да. 3200 чистого 3. И 4. Ну да, 4 это там такой совсем квадратного клипа, 4 с копейками. Там. Не, ну и конечно, Дима был бы не Дима, если бы он не навалил. А ну давай фронта сыпани. А Дима это умеет. Ёжики, кстати, говноежи уже откатали сезон, второй пошел. И вообще по барабану. Ты экспериментально магнумы ставил, потому что они не зашли. Ну, совсем. Не та коробочка надо. И машина тоже, кстати. Багажник маленький. Фантазии, за ночь никто не спит. Музыка как будто в мир. Вся вокруг агенты Смит. Кто из нас устрел? Эту ночь будь маньяком. Фронт можно замутить, если вещай. Здорово, здорово.
Все нормально, все замеры прошли, да? Да. Хотели рез, мы дали рез. Таких цифр не видел никто. Кого самое больше сегодня раз? Меня, конечно. Восьмерки больше. Никто не знал. Артем не сильно расстроился, но была видна. Восьмерка первая, а все второе, да? В классе экстрим. Из двух. А, не, Леша еще в классе экстрим. А я не знаю, мы еще не подбивали результат. У нас три стены. Где такое было видно на Кисаренова? Ты видел такое? Я тоже. Давай, Росик, давай, навали, Ольве! Поддержим, обнимем машинку, грудью прижмемся, и она даст. Давайте поддержим, кто-то держит ручками машинку, а кто-то голосами поддерживает Дёника, он смогёт. Вы, бля, её сейчас перевернёте. Достаточно? Зачем все меня?